О, Игорь Васильевич, а ты сыр любишь? Не, не люблю. Странно, такая крыса, а сыр не любит. Эй, что, вслух сказал? Да. Антошенька, доброе утро. Доброе утро, Игорь Васильевич. Что это у тебя? Колдунки, ты вот в курсе, где перед, а где зад? А тебя что, в детстве не учили? Чему? Две полоски – это всегда жопа, Антошенька. Викторович, можно, пожалуйста, на минуту вас? Значит, коллеги, смотрите, какая ситуация, Викторович. Я вас собрал. В общем, по понедельникам мы теперь не работаем. Потому что в воскресенье отдыхали, очень тяжелый день, понедельник, поэтому мы в понедельник не работаем. Во вторник мы собираемся, Викторович, значит, берем мясо, берем выпивку, гуляем во вторник, в среду, в четверг мы отходим. Ну, после всего того безобразия, что будет твориться. Логично? Логично? Логично, да. Да, смотрите, значит, выходим в пятницу и продуктивно работаем. Понятно, да? Да. Субботу, воскресенье, соответственно, у нас выходной. Хорошо. Все. Вопросы есть? Есть. Да. И до каких же пор мы по пятницам будем работать? Тьфу ты, блин, Викторович, иди работай, пожалуйста. А? Игорь Васильевич, надоела твоя такая грустная физиономия. Давай-ка ты выскажись, что у тебя случилось? От меня друзья отвернулись. Так. Дальше. Жена сказала, что ей такой муж не нужен. Ничего себе. Мне перестали звонить все мои знакомые. Я книжки начал читать, Антошенька. Так, Игорь Васильевич, ты что, пить бросил? Да. Игорь Васильевич, ты что такой потерянный? Сегодня с утра напали меня, деньги отобрали. Ого. Да, еще и изнасиловали. Ты хоть запомнил, кто это был или как выглядели? Жену разве забудешь? Вадим Васильевич не видел? Васильевич! Паш, а ты видел Васильевича, не? Не. Куда же он делся? Ничего себе! Василий, а что случилось? Маша, что это? Мое потеряла, тушь-то моя. Маша, там написано, удлиняет и придает объем, Маша. Ну, правильно, да, ресницы удлиняет, придает им объем. Ресницы? Ну, да. Зачем вы там ей намазали, Игорь Васильевич, дуралей? В общем, друзья, приехала девочка в автосервис, говорит, только получила права, сделайте мне, пожалуйста, ТО. Но не это самое удивительное. Как вам такое? Мне уже страшно ездить по дорогам.